На улице еще даже намека нет на снег и отрицательную температуру. Однако по всем правилам уже пора открывать сезон зимних видов спорта. Ну где как не на ледовом катке это должно произойти. Откроется сезон с товарищеского матча между хоккейным клубом «Тирасполь» и клубом «Красная звезда». Последний, кстати, военнослужащий оперативной группы российских войск в Приднестровье. И даже их начальник сам не прочь выйти на лед. Нам он рассказал, что для военнослужащих хоккей – это отличный способ поддержать себя в форме. Почему же все-таки она мужская игра более сильная? Ну, во-первых, на самом деле, когда ты одеваешь амуницию, которая тоже весит свое, у тебя закомплексованность в виде того, что тебя липучки сжимают, защита, нету свободных действий, как оно обычно. Безусловно, без какой-то физической подготовки и физической выносливости это очень тяжело. Игрок за игру проезжает порядка около 40 километров на льду. Это очень много, понимаете, это выносливость, это и развитие дыхательного аппарата. И, безусловно, это еще и надо не только играть, бежать куда-то, надо еще и думать, видеть своего соперника, видеть своего игрока для того, чтобы победить. Посмотреть хоккейный матч – это, конечно, хорошо, но есть еще один плюс. Всем пришедшим на открытие зимнего хоккейного сезона предлагается возможность самим встать на лед. У нас будут мероприятия, конкурсы для того, чтобы жители республики, кто захочет, даже сможет взять в руки клюшку, попробовать ударить поворотом, для того, чтобы попробовать, что ничего страшного нет. Я же говорю, я в 35 лет стал на коньки. На первый взгляд это все так просто выглядит, и я тоже решил попробовать свои силы. Давайте. Так. На лед. Ставим клюшечку на лед. Без всякого замаха. Чуть-чуть приподнимаем и посылаем ее вот туда, в те ворота. Ну, приблизительно. Неплохо. Ну, так, 7 на 8 нужно долго тренироваться, да, чтобы попадать? Ну, недолго, я думаю, если есть большое желание, то, в принципе, за полгода можно овладеть и ударами, и катанием. Но я же говорю, нужны постоянные тренировки и большое желание. А проверить свои силы на льду и посмотреть на дружеский матч наших хоккейных клубов вы сможете уже сегодня, 3 ноября в 19:00 на ледовом катке «Снежинка». Главное, не забудьте потеплее одеться.